такой вид открывается уже с первого этажа. Всем привет! Вот такой вид открывается на аэропорт. И начинает строиться дуплекс на 500-ках хай-тек. Будет два плана. Один 150 квадратов, другой 195. Вот такой вот симпатичный проект. Смотрите, какие открытые террасы. Вот один будет 192 квадрата с бассейном за 19,5. Другой, немножко упрощенный вариант, но тоже такой же огромной террасой, но немного упрощен. Там нет балкона спереди, например. Но нет бассейна. А так все то же самое. И 14 миллионов рублей он стоит. Такой красивый. Такие видовые. Хороший проект. Участок с хорошим видом. Поэтому очень удачный, правильно спроектированный дом. Ну, начало строительства. Уже начались подготовительные работы. Залилась уже опорная стена. И приступили к строительству уже самого дуплекса. Поэтому на начальном этапе цена 14 миллионов и 19,5 с бассейном. И кто хочет жить так близко к олимпийским объектам, к Сириусу и к Адлеру, к центру, 14 минут до Каспийской улицы. Очень удобное расположение. Краснополянское шоссе. Выезд по Гранатовой вот здесь немножечко. Выехали на Василковскую улицу. И вот именно на этой улице вы можете поселиться. Так, еще раз посмотрим на проект. Современный дом в стиле хай-тек. Ну, с такими вот смотровыми площадками с третьего, со второго этажа. Мы даже с первого видели какой там вид. Есть еще один дуплекс у этого застройщика. Это район Орел Изумруд, улица Лазурная долина. Тоже дуплекс. Тоже хай-тек. В стиле такой минималистический. Ну и только в другом месте. Ну, площади поменьше. И цены 14,4-18,5. Смотрите местность. Лазурная долина. Это Орел Изумруд. Это вам по Гастелло. Там, где вот ЖК Адлер, кто знает. Дальше мимо Банановой улицы выше. Петрозаводская. И видите, наверху там Лазурная долина. И давайте посмотрим, знаете, на Яндекс.Картах появилось такое обновление. Видите, зеленые маячки. Это все городской транспорт. Вы можете в прямом эфире прямо открыть карту, Яндекс.Карту, и наблюдать, где какой маршрут автобусный ездит. И самое главное, где в этот момент находится этот самый автобус. Очень удобно, мне кажется, смотреть, какие номера куда доезжают, если вам интересно, куда доехать, например, в Мирный или Веселое, или вот центр Адлера проезжают 125П. Дальше он едет аж до Веселого. Ну, короче говоря, если вы не знаете, как вам проехать, например, какое-то место, берете, открываете карту, смотрите, где какие маршруты, и самое главное, смотрите, в прямом эфире видите, как он едет, и в каком он месте сейчас находится, и стоит его ждать или нет, прямо в Яндекс.Картах. Мне кажется, это очень удобно, очень интересно смотреть, где какой маршрут, в каких необычных местах, какие маршруты можно, допустим, каким маршрутом доехать. Все необычные места, в принципе, здесь можно проследить. Вот смотрите сами. На чем можно доехать? На Вишневый туда наверх. Сергей Поле. На Пластунку. Что можно взять? Вот смотрите, Васильевка, 119 маршрут. Ну и так вот по весь Сочи можете пролистать. Вот смотрите. Батумское шоссе, Дагомыс. Туда Барановское шоссе. И все остальные маршруты. В общем, хорошо. Очень интересное и полезное обновление на картах. Главное, чтобы там не стали появляться перемещения всех людей.
так хорошо. Вот. Есть готовые дома. Это лесное, каркасный домик, он совсем недорогой. Есть еще реализованные продукты, это веселым на улице Мира. В общем, все подробности, как всегда, по телефону. Звоните, пишите. Всем пока.